Надеюсь, Серега открыл окно. Странно, что свет у него не горит. Он что, притворяется спящим? В соседнее окно видно, что Зинаида Петровна все еще телевизор смотрит. Значит, не должна меня спалить. Так, сейчас открою окно и залезу. Что за... Что происходит? Какой-то мужик. Серега на полу. Кровь? Она какая-то ненатуральная. Казалось, она должна быть гуще или краснее. Не знаю. Мужик этот... У него что, нож? Кто здесь? А! Помогите, убивают! А ну заткнись! Бежать. Я должен бежать, а то он и меня убьет. Беги, Антон, беги! Что? Что происходит, Серега? Он убил Серегу, этот мужик. Я убежал, но как же так? Мы же вот гадали у озера, он должен был завтра признаться Даше. Как же так? Серега же и мухи не обидел за свою жизнь. Простой, хороший парень, никого не трогал, даже не дрался ни с кем. В неприятности влезал только из-за нас с Алисой. Если кого-то и должны были убить, то это меня, но... Почему Серега? И кто это был такой, в солдатской форме? Родственник их? Или какой-то неизвестный? Темнота, это не разглядел ничего толком, даже не уверен, видел ли его раньше, блин. Милиция, точно. Я должен срочно бежать в милицию. Может, его удастся поймать по горячим следам, и этого подонка посадят. Уже 3 часа прошло. Когда милиция приехала, остались только кровавые следы. И сам убийца, и Серега. Тело. Пропали. Меня допрашивали почти час. Сказали, чтобы я пока сидел тут. Михаил Иванович сейчас рыщет по городу, мама Сереги в истерике. Антон, ты как? Ты уже 10 минут смотришь в одну точку. Я не знаю. Я закончил рисовать, взгляни. Похож на твоего военного? А вы неплохо рисуете для милиционера. Спасибо, спасибо. В детстве ходил в художественную школу. Не думал, что навыки оттуда могут пригодиться. Но жизнь — загадочная штука. И не говорите. Слушай, не переживай. Мы его точно поймаем. Кем бы он ни был. Уж поймайте, потому что Серега не заслуживал смерти. Никто не заслуживает из живых. Да. И что странно, я понятия не имею, кто этот убийца такой и как он сюда попал. Хотя, по идее, должен бы. И за что он убил Серегу? Целая башня из загадок, я бы сказал. Уже 3 часа ночи, где же Михаил Иванович? Если по горячим следам не удалось ничего найти, то нужно нормальное расследование. А для этого надо бы выспаться хоть немного. Да и тебя мне тут держать всю ночь не хочется. На ловца и зверь бежит. Кажется, это он. Федор, на сегодня сворачиваемся. Отбой, все, дуй домой. Хорошо. А что, Антон? Я хочу с ним поговорить, так что оставь нас. Алиса, ты... Федор, я что сказал? Все, марш! Да, конечно. Он что, опять ее избил? Я думал, это в прошлом. За что? Алиса, ты в порядке? Антон, я... Итак, молодые люди, какого хрена вы натворили, а? Я знал, что у меня дрянная дочь, но не настолько. Из-за тебя, Алиса, погиб парень. Ты понимаешь, это дура? Ты понимаешь, что его больше нет, что он мертв?
Михаил Иванович, при чем здесь мы? Заткни пасть, пока я тебе лицо не расквасил. Пахом мне рассказал, как вы по стройке лазили. Нашли стоянку этого ублюдка, которого Пахом выслеживал. И что теперь? Этот козел за вами проследил и убил Сергея. Ну и кто в этом виноват, а? Алиса, ты со своим непослушанием постоянно лезешь во всякие неприятности. Раз за разом выставляешь меня идиотом. Представляешь, каково мне сейчас? У нас в городе мокрухи сроду не было. Все тихо, спокойно, а теперь убит ребенок. И все из-за ваших дебильных шалостей. И хуже всего то, что в этом замешана моя дочь. Папа, прости. Прости меня, пожалуйста. Я не хотела, я... Сережа... Не хотела ты? Не хотела? Да ты никогда ничего плохого не хотела. И нет, угораздило же тебе родиться на свет. Я всего-то хотел нормального сына, а ты... Просто бестолковое рыжее чучело. Нет, вы не правы. Да, мы правда влезли на стройку, но винить нас в смерти Сереги это полный идиотизм. Если бы вы делали нормально свою работу, такого бы не произошло. И я не понимаю, почему вы продолжаете относиться так к Алисе. Завали хлебальник. У тебя была простая работа, мы с тобой договорились об этом. И даже такую простую работу ты, щенок, сделать не в состоянии. Обвиняешь меня? О чем вы? Я не понимаю. Я не готов обсуждать это при Алисе. У тебя была простая задача следить за Алисой, не допускать неприятностей. Я даже платил тебе, и что? Какого вша ты не запретил ей лезть на стройку, а еще и сам полез? Что, моя дочь влияет на тебя сильнее, чем ты на нее? Или ты думал, что я не узнаю? Я... Антон, это правда? Ты брал деньги от него, чтобы следить за мной? Пожалуйста, скажи, что это ложь. Что это не так. Пожалуйста. Прости, Алиса, я... Антон, ты... Я не могу в это поверить. Даже ты меня предал, я... Я просто... Придурки вы оба. Что одна, что второй. Смерть Сергея на ваших руках. Алиса, прости, пожалуйста. Алиса, я объясню, посмотри на меня. Алиса! Больше Алиса не сказала ни слова, а потом ее отец разогнал нас по домам. Она так и не приняла моих извинений, и я даже не знаю, что ударило по ней сильнее. Смерть Сереги или мое предательство. Я так и не смог рассказать ей, что договаривался с Михаилом, надеясь, что он перестанет бить ее за проступки. А полученные деньги я просто... Я не могу их никуда потратить, они просто пылятся у меня в комоде. Эти мысли еще долго занимали мою голову, и лишь к 6 утра я провалился в беспокойный сон. Воскресенье, утро. Я почти не спал эту ночь, но открывать глаза и вылезать из-под одеяла мне не хочется вовсе не поэтому. Моя жизнь перевернулась с ног на голову всего за один вечер. Мой лучший друг убит неизвестным психопатом. Моя лучшая подруга ненавидит меня. Вчерашний день кажется таким нереальным. Однако, стоит мне открыть глаза, он обрушится на мою голову. Но если я буду просто лежать, кошмар точно не развеется. И самое отвратительное, я не могу ни с кем поговорить об этом. Михаил Иванович строго запретил мне распространять слухи, и об убийстве почти никто не знает. Даже родителям я не могу ничего сказать. Да и не хочу, если честно. Мама расстроится. Сейчас, скорее всего, они еще спят, время раннее. Быстро перекушу что-нибудь и пойду на улицу. Как же ж так все? Сейчас бы предаваться обычной меланхолии, думать с ребятами, чем бы себя занять. Но скучно, видите ли, стало. Доволен, Антон? Весело теперь? И даже не представляю, куда теперь можно пойти. К дому Алисы, там ее отец. Да и сама она точно не хочет меня видеть. Какой же я дурак! Какой дурак, идиот! Хотел как лучше, а получилось. Как всегда. Ладно, просто поброжу, что еще остается.
Спустя час ноги сами занесли меня на рынок. Я ведь сюда часто приходил, к Сереге. Мы встречались с ним здесь почти каждое утро. Раньше. Зинаида Петровна, я... Мне очень жаль, я... Простите, что так получилось. Если б я пришел раньше или позвонил в дверь, может, все стало бы... Антон! Ох, Антон, какое горе! Мой сынок, мой Сережа. И такое. Я надеюсь, что его поймают. Этого убийцу. Это не вернет Сережу. Ох, если бы только... Вы знаете, я всегда был старшим в компании нашей, заводилой. А Серега шел за мной. Часто я чувствовал себя выше и важнее его, и я всегда воспринимал его как данность. Даже не думал, что он может пропасть. Я знаю, Антон, я знаю. А ведь Сережа иногда жаловался мне на тебя, что ты не всегда к нему справедлив. Он потому не хотел идти в 10 класс. Собирался после учебы поехать к своему дяде, который военный. Но все планы... Военный? Но зачем? Военное училище пойти. Храбрости набраться, сильнее быть. Чтобы на равных с тобой быть, Антон. Я не понимаю. Но если его это так волновало, почему он не поговорил со мной? Хотя, скорее всего, я бы ничего и не понял. И вот, потеряв друга, я осознал его ценность для себя. Так всегда, Антон. Такова жизнь. Ах, Сережа. Ладно. Я пойду работать. Монотонность отвлекает. Как хотелось бы верить, что Серега выжил. Что лежит сейчас где-нибудь раненый, и его найдут и спасут. Но эти безжизненные глаза, нож в горле. Он не мог выжить. Мне будет не хватать тебя, друг. Прости, что я считал себя лучше. Милок, что-то на тебе сегодня совсем лица нет. Баба Нюра, здравствуйте. Вчера вся моя жизнь полетела к чертям. Сережа. А еще я очень обидел Алису и не знаю, смогу ли помириться. Я отвратительный друг. Милок, я бабка старая, всякое в жизни повидала. Послушай, что скажу. Коль умер кто-то, не вернуть его уже. Умер он, там двери закрыты. Но вот с живыми всегда есть второй шанс. Пока жив человек, всегда можно поговорить. Лишь смерть обрывает этот шанс. А смертный, Белок, все так уж повелось. И вы, наверное, многих похоронили уже? Да, милок, многих, даже город этот уже похоронило в свое время. Но смотри-ка, все стоит он, кузнецк-то наш, держится. Так вот иди, найди Алисоньку, то расскажи ей все. Цени ее дружбу, милок, думай о ее чувствах. Я понял вас, баба Нюр, спасибо за совет. Я найду Алису и помирюсь с ней. Я ведь единственный, на кого она может рассчитывать в такой ситуации. Вот это дух молодецкий! Давай, юноша, беги! Исправляй разбитое! Спасибо, я побежал. Дома ее не было. Может, она на стройке пытается найти следы убийцы? Она ведь наверняка что-то пытается делать. Тут ее нет. Так, куда дальше? Школа сегодня закрыта, там Алисы не должно быть. Около моего дома ее нет, тут на площадке нет. У дома Сереги, может быть, ищет улики. Куда она вообще могла подеваться? Быть у Даши? Надо ей позвонить из дома, пока я рядом.
Алло, Даш, привет. Ну надо же, кто решил мне позвонить. Сам Антон. Что у тебя там? Слушай, прости, пожалуйста, но у меня ситуация серьезная. Критическая, прямо скажем. Да ну, у тебя-то критическая. Правда, это касается Алисы. Она не у тебя, ну, в гостях. Нет. По голосу слышу, что ты и вправду обеспокоен. Что-то случилось? Да я... Вчера произошло кое-что страшное, после чего я сильно поругался с Алисой, очень сильно. И я хочу извиниться, потому что был очень неправ. Ну вот где она? Ладно, поняла. Если ты говоришь мне о таком, то... Встретимся у школы через 15 минут. Но школа закрыта. У ворот, дуралей. Давай, буду ждать. Пока. Поспешу к школе. Хорошо, что у Даши есть идея. Так, вот и я. Даша уже около школы. Какое-то у нее лицо недовольное. Я слишком устал для перепалок и споров. Опаздываешь, Антон. Уже на 2 минуты. Да, да, прости. Давай не будем цапаться хотя бы сегодня. Ситуация серьезная. Хорошо. Но ты должен рассказать мне, что произошло. Честно. Честно? Ты уверена? Это может быть опасно. Мне не нравится, как все это звучит. Но еще больше мне не нравится быть в неведении. Рассказывай давай. Все, от начала и до конца. Нельзя говорить про смерть Сереги. Скажу, что он травмирован и попал в больницу, например. Но про ссору с Алисой врать не буду. Подытожим. Вы с Сергеем вчера вечером полезли на свалке на башню, и он упал. Поэтому тебе и Алисе ее отец устроил взбучку и не забыл упомянуть, что ты за ней следил. Так выходит? Да, ты верно поняла. Я... Отец Алисы раньше избивал ее, и я хотел как-то помочь, поэтому и сказал ему, что буду за ней следить и смотреть, чтобы она не попадала в неприятности. После этого он больше не был к ней настолько жесток, а в серьезные проблемы мы давно не попадали. Кроме вот вчерашнего случая, я правда хотел ей помочь. А деньги? Да блин, не нужны мне его вонючие деньги, я ни рубля не потратил, так у меня они и лежат. Отдашь их мне? Чего? Зачем? Отдашь их мне. Я куплю Алисе подарок, потом вместе подарим. Понял? Хорошо. Завтра тебе их принесу. То-то же. Так, ладно, мы потеряли уже достаточно времени. Где ты уже посмотрел? А на рынке, около дома, у нее дома, в центре города. Тогда я сейчас посмотрю в школе. Алиса точно знает парочку способов пролезть внутрь. Потом схожу к ее отцу в участок. Я перед ним никак не провинилась, так что он мне скажет, если ее видел. Ты где можешь посмотреть? Давай я поищу ее около дома Сереги и еще около озера. Мы там частенько время проводили. Хорошо. Через час встречаемся снова тут. Вопрос. Как ты перелезешь через этот забор? Он довольно высокий. Ну как? Зря я, что ли, гимнастикой занималась 10 лет. Только тебе придется меня подсадить. И раз! Ха! Видал? Форму-то не растеряла. Да уж, впечатляет. Через час снова тут. Конечно, я побежал. Так, здесь вообще никого. И тишина. Я бы заглянул внутрь, но окно закрыто. Да и та сцена все еще стоит у меня перед глазами. По правде говоря, теперь его комната меня пугает. Кто бы мог подумать, только позавчера мы тут слушали Оксин на его магнитофоне, а теперь... Теперь я эту комнату видеть не могу. Ладно, я теряю время, нужно бежать дальше. Итак, вот я возле озера. Мурашки по коже от этой церкви. Какая-то она жуткая, когда ты один. Как и само озеро это. Хорошо, хоть сейчас не так поздно. Что будет с наступлением темноты? Я никого тут не вижу. Ни Алисы, ни мальчика с ластами. Хотя последний появляется только ночью. Блин, о чем я вообще думаю? Ладно, пора назад. Может, Даша улыбнулась удача?
Ну как, нашел ее? Нет, нигде ее нет. Да уж, в школе пусто. Отец ее сказал, что она сбежала еще ночью и дома не ночевала. И где он не знает и знать не желает, козел. Свою дочь вот так! Ух, ненавижу таких! Что это ты так разозлилась? Разозлилась! Напоминает мне одного милиционера, которого я уже видела. Все они такие подонки. Что это за ненависть к ментам? Может быть, однажды я тебе об этом расскажу, но не сегодня. Ладно, предлагаю просто поискать ее в городе. Если ты или я ее найдем, ведем ее к себе домой и звоним по телефону второму. Договорились? Договорились. Вот и славно. Мне нравится, когда ты такой пришибленный. Сразу становишься сговорчивым и покладистым. Почти что достойный молодой человек. Иди ты, дура, и без твоих подколок тяжело. Ладно, ладно. Все будет хорошо, не переживай. Найдем мы твою Алису. Надеюсь. Я побежал дальше. Чао, какао. Мы искали Алису до вечера, но не нашли даже следа. В конце концов, Даша, устав от беготни по городу, отправилась домой, а я же продолжил блуждание по улочкам в неторопливом темпе. И к вечеру обнаружил себя около церкви, где и присел на траву, смотря на озеро и слушая лягушек. Понимаю, что в этом месте нашел художник. Закат выглядит живописно, хотя лягушки и немного сбивают созерцание. Эх, Алиса, где ж ты прячешься? Неужто тебя так сильно задела вся эта ситуация? Конечно же, да. Блин, и что я за дурак? Ведь знаю, что нравлюсь ей. Потому-то этот дурацкий секрет так сильно и ударил по ней. Что это, всплески? Мне это не слышится. Но еще вроде не поздно, солнце еще даже не зашло. Да и не может же легенда о чертовом мальчике-водолазе быть правдой, да? Привидений и мертвецов не существует, это все ерунда. Звук идет откуда-то из-за церкви. Даже лягушки замолкли. Черт, 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 как же жутко. Может, ну его, свалить отсюда поскорее. Но если сейчас я свалю, то дальше еще сильнее буду бояться всякой... всякой фигни. Это же как с этими тупыми ужастиками. Пока не знаешь, что ждет в темном коридоре, боишься, но потом, как только бабайка появляется на экране, уже не страшно. Так что соберись, Антон, будь мужиком. Как учил тебя твой дед, и вперед! Просто посмотри, что за рыба там плещется. Алиса? Алиса, что ты делаешь, Алиса? Что происходит? Антон, что ты тут делаешь? Впрочем, неважно. Алиса, что в мешке и зачем тебе веревка? Подожди, ты что, топиться надумала? Тебе-то какая разница, кретин? Ты предал меня. Сергей мертв. Отец меня ненавидит и избивает. Мама! Ей уже просто все равно. Мне больше нет места на этом свете. А как же Даша? Как всегда. Ты даже не отрицаешь своей вины, а сразу пытаешься перевести тему. Нет, я не это имел в виду. Алиса, подожди, позволь мне объясниться. Я всего лишь хотел как лучше. Я хотел защитить тебя от твоего отца. Ложь! Ложь! Нет, это правда. Отец сказал мне, что он заплатил тебе 200 тысяч. Или что? Ты скажешь, что не принял от него деньги? Да, да, я их принял, но... Вот! Ты признаешь это, предатель! Гнилой и мерзкий тип, который думает только о себе! Тебе плевать на других! Ты просто нас использовал! И меня, и Сергея! Я думала, что мы друзья... Я думала, что мы всегда будем вместе, втроем, и что наша дружба настоящая.
Я уверена, что и Сергей так думал. Алиса, ты не права. Вы мои настоящие друзья. И ты, и Серега. Ложь! Но... Ты лжешь, Антон! Ты всегда в первую очередь думаешь о себе! И Серега смотрит тебе в рот, что тебе очень нравится. А потому ты легко им манипулируешь. Ты знал все его болевые точки. Ты всегда брал его на слабо и заставлял делать то, что он не хотел. А он, бедняга, старался. Хотел заслужить твое признание. Упрашивал маму покупать ему вещи, которыми он мог бы перед тобой похвастаться. Слушал эту чертову музыку, которая ему даже не нравится. Все! Все, чтобы заслужить твое внимание. А я... Какой же я дурой была. Ты перегибаешь палку, Алиса. Не смей так говорить о нашей дружбе. Ты расстроена и зла. Именно поэтому сейчас ты пытаешься очернить все то хорошее, что между нами было. А ничего хорошего между нами и не было. Мы с Серегой просто были дурачками, плясавшими под твою дудку. Заткнись! Злишься? Это хорошо. Значит, будешь рад. Что? Нет, Алиса, стой! Чао-какао, предатель. Желаю тебе остаться одному навсегда. Алиса, нет! Она правда прыгнула. Я должен ее спасти. Думай, дурак, как? Мешок с камнями наверняка тяжелый, я не смогу его вытащить. А развязывать узел нет времени. А, дедушкин нож! Я смогу перерезать им веревку. Лодка недалеко, значит, глубина будет примерно 3 метра. Нырять. Но у края я мешкаю. Почему-то именно сегодня озеро кажется очень зловещим. Такое ощущение, будто кто-то или что-то следит за мной из глубины озера. Меня охватил страх. Страх перед этим озером. Не просто так же его назвали тьма. Так, соберись. Твоя лучшая подруга тонет, а ты трусишь, как Серега. Шаг. Второй. Что там в глубине? Я понимаю, что теряю драгоценные секунды, но все никак не могу решиться. Еще шаг. Вот я уже у воды. Ну же, Антон, ныряй! Я ныряю. Под водой неуютное ощущение усиливается. Кто-то следит за мной. Не хочет, чтобы я спас Алису, чтобы выплыл сам. Черт, и почему именно сейчас я трушу? Никогда ж не боялся! Прочь все мысли. Гребу в полную силу. Вон, я вижу ее в глубине. Начинает задыхаться. Плыви, Антон, плыви! Быстрее, времени нет! Нож, нож, лишь бы не обронить! Веревка! Я должен обрезать ее. Скорее, скорее! Да! Она поддается! Нож! Нож выскальзывает из рук! Но веревка перерезана, черт с ним! Нужно вытащить Алису наверх. Я хватаю ее за волосы, как нас учили на ОБЖ. Рвусь наверх. Легкие горят, сконцентрируйся, парень. Ты должен спасти ее. Греби, греби! Черт, она тяжелее, чем я думал. Задыхаюсь. Воздух. Греби, Антон, греби! Наглоталась воды. Сейчас сделаю тебе искусственное дыхание. Нет. Не надо. Прокашляюсь. И буду в норме. Наверное. Алиса, какая ж ты дура! Серьезно, топиться? Еще в этом чертовом озере!
Я подумала, что оно заберет мою душу. Я больше не буду страдать. Никогда больше так не делай, прошу тебя. После смерти Сереги у меня никого не осталось. Не говори ерунды. Родители, наш класс. Это не то же самое. Вы мои самые близкие друзья и... Ты права, я иногда использовал вас. Я виноват в этом, правда. Но я не делал это со зла. Я просто думал о вас, как о своих... Ну, не знаю, о младшем брате и сестре. Я всегда старался заботиться о вас, насколько мог. Мне горько. Знаешь, зачем я пошел вчера ночью к Сереге? Нет, не знаю. Я хотел помочь ему написать любовное послание к Даше, хоть мы с ней всегда на ножах. Но, черт возьми, я был готов на это ради него. Я действительно хотел ему помочь с этим письмом. Это правда? Да, правда. И я ни рубля не потратил из денег, что дал твой отец. Они лежат у меня в комоде, и я... Это какие-то грязные деньги, неприятные. Да, я договорился с твоим отцом, но я надеялся, что это поможет тебе, что он перестанет тебя бить. Прости, что я не сказал тебе сразу, что скрывал это. Это правда? Клянешься? Клянусь. Чем? Своим перочинным ножом, например. Что сломаешь его, если все это окажется неправдой. Да, конечно, но... Но? Я перерезал им веревку, и он утонул. Что? Утонул? Да, да, но может оно и к лучшему. Было бы куда страшнее потерять тебя, чем мой нож. Я... Антон... Прости меня, Антон. Какая я дура! Ну, Алис, все уже хорошо. Мы живы, и это главное. Мы просидели у озера в обнимку еще час в молчании, до тех пор, пока совсем не стемнело и не стало холодно. И мне показалось, что мои чувства к Алисе не совсем и дружеские. Я не хотел потерять и ее, как Серегу. По-моему, я хочу быть с ней всегда. Но признаться в этом будет непросто. Пойдем уже, Антон. Холодает. Да и завтра в школу. Наверное, там уже всем расскажут про смерть Сережи. Даша помогала тебя искать. Я ей сказал, что Серега в больнице. Да, понимаю. Отец нам настрого запретил говорить про его... смерть. Хотя удивительно, что ты его послушал. Не переживай. Я поговорю с Дашей, чтобы она не сердилась. Спасибо. Хорошо, пойдем, а то ты уже дрожишь. Еще бы, после такого купания. Знаешь, там в воде мне показалось, что что-то зовет меня снизу. Что-то большое, огромное. Заканчивала бы ты со своей оккультной ерундой. Да, наверное, мне просто почудилось. Да. Идем уже. Это озеро действует на нервы все сильнее. Почти пришли. Минут 5 осталось. Подожди, там кто-то есть. Кто? Прячемся за будку. Значит, ты тоже не понимаешь, что происходит? Твоя история странная, но с этим городом вообще происходит что-то непонятное. У меня нет вообще никакого объяснения происходящему. А? Что такое? Не шуми, нас услышат. Смотри. Это они. Это та незнакомка, о которой я рассказывал. А мужчина-убийца Сереги. Ладно, иди за мной. Я тебе кое-что объясню. Если сможете, то, конечно, пойду. В конце концов, про меня никто и не вспомнит. Я понимаю, что выгляжу подозрительно, но я не причиню тебе вреда. Чёртов двуличный лжец! Молчи, Антон! Мы и так без сил. Я с ног валюсь, да и ты не в лучшей форме. Давай просто дослушаем и пойдем. Ну уж если ты служишь нашим голосом разума, то не возьмусь спорить. Не всегда же мне быть оторвой.
Да и я устала. Этой девушке, вероятно, угрожает опасность. Но с другой стороны, она права. Мы даже не знаем ее. Стоит ли рисковать жизнью ради незнакомки? Идемте, я с вами. Признаю, зря не верила тебе. Двое неизвестных шарятся у нас по городу. Один из них убил Сергея. Я расскажу отцу и Федору, пусть ищут их дальше. Наверняка этот военный прячется уже не на стройке, а где-то еще. Выглядит он серьезно. Не хотелось бы с ним драться. Он с нами обоими легко справится, зараза. Надеюсь, он не соврал той девушке и не будет убивать и ее. Ладно, идем домой. А то я простыну такими темпами. Я проводил Алису до дома и без приключений вернулся к себе, рухнув в постель после горячего душа. Родителям я сказал, что упал в озеро, решив не рассказывать никому о попытке самоубийства Алисы. Наконец-то я смог заснуть как бревно. Сказалась невероятная усталость, накатившая на меня после всех этих происшествий. Хоть я и спал как убитый, будильник, как всегда, вгрызся в мое сознание, вырывая из забытья в страшную реальность.